New game. Познакомьтесь с Марти и его семьей. Кто из вас Марти? Марти работает очень жестко. У него очень тяжелая работа. И, наконец-то, он скопил немного денег для отпуска семейного. Не хотите ли вы к ним присоединиться? Добро пожаловать на борт Paradis Air Flight 316. Спасибо, что летите сегодня вместе с нами. Теперь садитесь в свою задницу, черт побери, на кресло и наслаждайтесь полетом. Buckle up. Хоп! Fuck my life. Это плохо. Да, ну и дерьмовые, черт побери, у них пояса, конечно. Марти, а хватит сранью какой-то заниматься. Да, конечно, любимая моя. Что такое stow the purse, guys? Что такое purse? Багаж? Открыть сумочку. Ага, короче, принести багаж нужно. Положить, точнее, багаж. Пам! Нормас? Нет? Твою мать! Что за дерьмо? Это чей был багаж? Ну... Спрятаться. Ну хоть спрятаться у меня получается. Так, ладно. Челы, хватит. Изи. Я сказал, сын, ты когда-нибудь ловил какую-то, ну, типа, вот это вот, походу. Вот это вот, злодейская, которая была как жесткая манера. Что? Да нет, сэр. А, ну, ладно, окей. Так, встать для давления. Твою мать, ты рафлируешь? Сопротивляться давлению, нахрен. Чё, полегче. Изи. Ой. Ой. Да-да, конечно, мои извинения, мой дорогой малыш. А. Да ничего, мужик. Ты реально не должен лгать, как Мартин. А. Кто здесь? Видимо, ангелочек его. Ты не хочешь быть засранцем? Грешник или святоша? Так. Fuck my life. Это невозможно! Ай, надо их ловить, что ли? Погоди. Ну, похоже, я буду засранцем. Я думаю, ты имел в виду сатан. Сатана. Что ты скажешь насчет танцевальной вечеринки? Круто звучит, да? Да ват это дерьмо. Эй, погоди, мы даже не повеселились еще. Валить. Надо его поймать? А, надо играть за дьявола и валить. Поймал. What? Что это за срань вообще? Так, ну я так полагаю, здесь много концовок, да, судя по всему? Ну, допустим, давайте еще раз попробуем пройти этот кал. Так, попробуем пристегнуться в этот раз, гайз. Говножопа. Так, хотя бы багаж повесим. Твою мать, ты тварь, ты тварь, ты тварь. Ой. Ладно, давайте посмотрим, что если нас поймают. Эй, это вы уронили?
Ну да, я очень извиняюсь. Вы видели моего... О, май. Не уверен, что тут будет что-то хорошее. Так, гайз, секундочку. Твою мать, ладно. Вроде все хорошо. Хотя хз, блин, может она сейчас покажет что-то. Достанет. Я проиграл. А, ты урод, отвратительная тварь. Да что ж за эмоциональные женщины тут? Полегче. Ладно, нужно немножко успокоить нервишки. Алло? А. Я не понял, я зажег ее? Вроде да. Сэр, вы не можете курить на борту. Выкиньте это нахрен. Ладно. Так. Че? Fuck my life. Что происходит? Что-то плохое творится, guys. Господи Иисусе. Это какие-то флешбеки? Изи. 20 минут спустя. Здравствуйте, сэр. Могу я поинтересоваться, хотите ли вы что-нибудь попить? Да, черт побери, дайте мне какого-нибудь дерьма хорошего. Ну хорошо, сэр, это будет $5 50 центов стоить. Заплатить. Wait, what? О, нет. О, нет! О, сэр, этого недостаточно. Вот вам комплиментная кола. Но погодите, у меня же деньги здесь прямо. Твою мать. Мое, черт побери, мой отдых заруинен. И куда я телефон свой положил? Что это? Battle Temptation. Так, думаю, я заработал небольшой отдых. Марти, хватит здесь слоняться. Как долго еще до поземления? До приземления? Я думаю, мы только начали полет. Типично. Иди скажи пилоту поторопиться. Да, существо, конечно. Ой, то есть легко, конечно. Get the cockpit. What face? А именно тот, кого я хотел увидеть. Немножечко напитков на дорогу, пожалуйста. 6 часов спустя. Ну и когда я, короче, говорю... О чем я вообще говорил? Найти топик разговора. Идти. 10 часов спустя. Ну, говорю я ему, короче. Это не Овен. Это моя жена. Овен. Овен. What the fuck? Погоди, что такое? О май гад! Овен, это печка! Это чертова плита, и мы сгорели нахрен, потому что мы не вырубили ее дома. Конец.
Вау. Но здесь мы не должны завосянить. Сапочара, ты что? Да не хотел я вас двигать взад. У вас хорошие штанишки, и однажды, 6 часов спустя. Господи Иисусе. Так, разговоры кончились. Думай, Марти, думай. Найти топик. Фух. Так, окей, Овен. Найс! Изи. Вырублен Овен. Вау. Я понял. Либо, черт побери, всеобщее потепление, либо мы потопили мир. Невероятно. Норм? О, да! 2 часа спустя. Ой, у меня в животе бурлит. О, вовремя. Смотрите, какая рыба и курица. У нас сегодня курица или рыба. Курица или рыба? Курица, конечно. Вот ваша курочка. Да, конечно, кайф. Насладиться курицей. Насладился? Немножко пережарена она, короче. Пардоньте меня, мисс. Могу я обменять это на рыбу? Слишком сухо для моего вкуса. Нет. Ну, конечно. Может, у меня купоны какие-нибудь есть? Я думал, рука запускается инста вот так вот. О, так, ну ладно, думаю, что-нибудь приготовлю сам. Погнали. Пожарить как мастер. Огонечки немного слабые. Вы на кого работаете? Ладно, хватит с вас, агент Смит. Я не понял, как мы пришли к тому, что нас пытают ФБР? Ну ладно. Рыба? Вот ваша рыбка. Спасибо. Что ты имеешь в виду? Безрыбье, большой чел. Это хорошая пятница, я не могу есть не курицу, Джек. Я извиняюсь, этот джентльмен забрал последнюю рыбу. А? Послушай, Джек. Бустинатор требует эту рыбу. И ему она нужна сейчас. Папочка. Встать в стойку. Я сдох. Я не понял, что сделать надо. Вот рыбка. Спасибо, бра. Вот тебе подарок, большой Джек. Примерь его. Я сделал это. Идеально насел на меня. Конечно, свобода. Чё? Теперь ты должен медведь. Прощай.
Давай танцевать, красавчик. Господи Иисусе. Очень быстро нажимать. Я тебе должен был одолеть его, наверное, просто имел в виду. Он пал. И это приводит к этой концовке. Отличная курочка. Скажи, дружок, для тебя сюрприз, что ты кушаешь курочку великолепную профессора Изикаля. Как много звезд вы дадите этой звезде? Фу ты, это и курица. Так, сколько курица заслуживает звезд? Окей, окей. Где-то в замке Изикаля. Да, сэр, буду честен. Даю только одну звезду. Одну? Это я. Да. У меня есть работа для вас. Сделать работу. Ничего персонального, друг. Ой. Работа сделана отлично. Только еще одна вещь. Жесть, его убили. Давайте проиграем. Так, теперь сынушка. Какую-то странину сейчас тебе не рассказывал я? Это я. Это был я. Прошу прощения. Короче, я, видимо, что-то плохое для него сделал. Я требую... удовлетворения дуэлью. Как хотите, позвольте мне надеть перчаточку. Так, Rapid Press. Хорошо, экипировал. Вы готовы, сэр? Дуэль начинается. Сын... сучки. What? What? Я даже не успел понять, что произошло вообще. Можно с той менюшки выбрать... А, да, наверное, можно реально. Мы еще ни разу вот здесь, типа, нормально не проходили. Не выбирали.